Мончегорск Мурманской области. Город, окруженный сопками, знакомыми всем горнолыжникам страны. Это тоже горнолыжники, только пока еще они учатся в детско-юношеской спортшколе, созданной при комбинате «Северо-никель». Дорога к крутым виражам и спускам – нелегкая дорога. Любовь Тимофеевна Нестеренко, тренер школы, выводит ребят на трассу только после тщательной подготовки. И еще отметим, во всем мире занятия горнолыжным спортом – удовольствие недешевое. Специальные лыжи, подготовка трасс, необходимое снаряжение стоят немало. Комбинат обеспечил школу всем необходимым. Конечно, не все эти ребята станут чемпионами. Главное, они вырастут смелыми, здоровыми, крепкими. Впрочем, из стен школы выходят и мастера. Ее окончил в свое время Валерий Цыганов, один из 10 сильнейших горнолыжников мира. Сегодня он здесь почетный гость. Каждому из них хочется стать олимпийцем.